Добрый день, уважаемые зрители! В 15 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор финансовых рынков. С вами, как всегда, в это время Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Спасибо за ваш плюсик, Владислав Беленчуков. Привет, Минск! Всем еще раз привет! Вижу, что плюсики пошли. Спасибо вам тоже, Бондарюк Владимир. Понимаю, что все вы меня хорошо уже видите, слышите. Соответственно, пора начинать. Первое, что мы должны сделать, открыть Форекс-календарь с макроиндикаторами, с ключевыми событиями. И, конечно, традиционно в понедельник или в начале недели мы рассматриваем основные события, которые произойдут в течение этой недели. Соответственно, давайте мы начнем с американского доллара. Мы посмотрим, какая статистика, какие события есть до конца недели. И я хочу еще в самом начале, немножечко забегая вперед, сказать, что ключевые события, которые есть не только по американской валюте, но и по всем мажорным валютам, это начало ежегодового симпозиума в Джексон-Холле. То есть я вернусь неделю назад, то есть давайте мы посмотрим, когда начинается этот экономический форум или симпозиум в США, в штате Вайоминг, а именно в Джексон-Холле. Он начинается в четверг, обычно это во второй половине дня по московскому времени, потому что это США, и, конечно, он длится три дня, четверг, пятница и суббота. Вот практически у нас в календарях, в календаре видно, что этот симпозиум ежегодовой начинается в четверг и заканчивается в субботу. Почему это важно? Потому что в это время выступают представители центральных банков. Конечно, ожидается, что Джанет Йеллен, глава Федрезерва, публично собирается выступить в пятницу в 19:00 по московскому времени. Соответственно, вот во время этого события, если мы услышим, узнаем некую новую информацию по монетарной политике, это может значительно увеличить как минимум волатильность на валютном и на финансовых рынках. Надеюсь, это понятно. До этого я хочу подчеркнуть, что в 2010 году я с целью сейчас перейду на золото. Давайте я перейду на золото и перейду даже на... Давайте посмотрим, если будет хорошо виден график на дневном таймфрейме. Вот он, практически график на дневном таймфрейме. Я хочу показать вот на более таком большом графике, что вот, например, как двигалась цена летом 2010 года. С конца июня она потихонечку пошла вниз на золото, потом практически она пошла сильно вверх. И именно в августе можно сказать, что произошли первые попытки тестирования вот этой ключевой вершины вот здесь. Давайте я еще раз ее покажу. Вот он, 2010 год, вот этой ключевой вершины. И цена на золото в 2010 году потихонечку в это время, в августе, вот смотрите здесь на шкале внизу, что именно в августе она потихонечку пошла вверх. И, конечно, очень сильный толчок для цены произошел именно в сентябре. Почему тогда цены на золото пошли вверх? Ну, в это время американская экономика не чувствовала себя очень стабильно. Восстановление действительно было под сомнением. Это 2010 год. Именно в это время, в августе, в Джексон-Холле глава Федрезерва Бен Бернанке, который практически в это время был главой Федрезерва, впервые дал намек о возможном количественном смягчении осенью в 2010 году. И тогда потихонечку цены на золото пошли вверх в ожидании вот этого количественного смягчения. Я помню, что очень много экспертов в это время уже начали озвучивать свои прогнозы по количественному смягчению. Кто-то в это время говорил, что оно будет на уровне 400 миллиардов долларов. Глава Федеральной резервной банки Сан-Франциско Уильямс, господин Уильямс, говорил, что необходимо, чтобы количественное смягчение составило от 600 до
700 как минимум миллиардов долларов. Это был второй раунд по количественному оснащению. Вот в это время эта тема была очень актуальна. Я помню, что именно вот эти серьезные такие... серьезный намек со стороны Центрального банка произошел именно в Джексон-Холле. Два года спустя или в 2012 году приблизительно такая же впадина, где это 2012 год, сформировалась именно в августе. И я помню, что цены на золото пошли сильно вверх в это время. Объясняю почему. Потому что в начале августа, если я не ошибаюсь, Банк Англии запустил программу по количественного смещения, точнее она уже шла, но они увеличили объемы количественного смещения. Давайте я даже с целью перейду на британский фунт, здесь в календаре, мы посмотрим именно когда это было. Это было либо в июле, либо в начале августа, если я не ошибаюсь, 2012 года. Так, вот оно практически количественное смещение. Мы перейдем на график. И увидим, что да, это практически было именно в июле 2012 года. Вот приблизительно в это время, когда формировалась вот эта впадина в июле, Банк Англии запустил, или точнее увеличил размеры количественного смещения. Вот в это время начались слухи, что Европейский центральный банк и как минимум Fed Reserve также практически могут применить некие меры по количественному смещению. И вот в августе можно сказать, что в конце месяца, именно во время выступления также Бена Бернанке в это время, в августе 2012 года, была как-то получена информация, то есть все увидели вот этот намек со стороны Центробанка, что они собираются в сентябре или, скорее всего, в ближайшее время запустить третий раунд по количественному смещению. И вот он действительно был озвучен во время заседания 12-13 сентября 2012 года. Почему я это говорю? Потому что... Я очень активно торговал в этот период, как и в 2010, так и в 2012 году, в августе, во время вот этих конференций, во время этих симпозиум в Джексон-Холле. И могу сказать, что действительно я почувствовал, как сильно в это время увеличилась волатильность, движение на финансовых рынках были очень такими непредсказуемыми внутри дня, то есть иногда там цена данного инструмента шла сначала сильно вниз, потом вверх, на следующий день также не было понятно, куда будет идти цена. Я знаю, что если будет некая интересная информация, на мой взгляд, волатильность на финансовых рынках может значительно вырасти. Надеюсь, это было понятно, ясно, поэтому ставьте свои плюсики, имейте в виду, что в четверг начинается вот этот ежегодовой практически симпозиум в Джексон-Холле. Соответственно, нам пора сейчас обсудить ключевые макроиндикаторы. Давайте посмотрим, что у нас есть. Завтра есть производственный индикатор в Ричмонде, штата Вирджиния. Следующее, хочу на то, что я хочу обратить внимание, это индикаторы PMI в производственном секторе и в сфере услуг по США от Market. Это предварительная оценка за месяц август. То есть в известной степени для меня этот индикатор является опережающим, потому что месяц пока еще не закончился. Но все-таки Market публикует свою предварительную оценку. Вот практически прогнозное значение. Они чуть-чуть лучше предыдущих. Соответственно, если эта динамика, которая началась, можно сказать, месяц назад, так, мы перейдем к производственному индикатору, вот динамика, которая началась месяц назад вверх, если она подтвердится, это будет уже второй месяц текущего третьего квартала и текущего второго полугодия, во время которого мы будем иметь некий такой положительный тренд по американской экономике. То есть, если будет улучшаться здесь статистика, то может оказаться действительно, что не только третий квартал будет лучше для американской экономики, но и весь вторая часть текущего года. Соответственно, я считаю, что эти индикаторы являются очень важными для американской экономики. Я буду их детально рассматривать, анализировать, конечно, буду на сайте писать о них. Потом видно, что есть очень много индикаторов по рынку жилья, продажи нового жилья, существующего, то есть это первичный и вторичный рынок.
Соответственно, мы их будем комментировать внутри дня. И, конечно, в конце недели, во второй половине последней торговой сессии, а именно в пятницу, публикуются заказы на товары длительного пользования. Достаточно такой важный индикатор иногда. И в настоящее время, я думаю, что он играет важную роль, потому что именно сейчас инвентарь или в скобках запасы значительно начали увеличиваться, и мы видим, что ожидается, что ВВП США будет получать значительную поддержку со стороны накапливания увеличения запасов. Именно вот эти индикаторы в известной степени указывают на вот этот потенциал накопления или расширения запасов. Чем больше заказов на товары длительного пользования, тем больше вероятность, что запасы внутри экономики, внутри бизнеса будут увеличиваться. Это хорошо для ВВП и для доллара, и наоборот. Если они значительно снижаются, и это происходит на фоне плохих продаж, то это плохо для экономики и для доллара. Вот у меня все по американскому доллару. Давайте мы посмотрим, что у нас по Австралии. В течение недели хочу сказать, что почти ничего нет. Вот мы видим, что в четверг, в пятницу, в субботу у нас здесь также указан симпозиум, экономический симпозиум ежегодовой в Джексон-Холле. По Канаде у нас, если не ошибаюсь, сегодня в 15.30 публикуется динамика по оптовым продажам. Еще раз хочу сказать, что все вот эти индикаторы по Канаде по продажам, как и по промышленному производству, так и по оптовым продажам, даже и по розничной торговле, они являются запаздывающими индикаторами. Почему? Потому что вот этот индикатор, который сейчас будет опубликован, он практически будет опубликован, здесь эта статистика, она за месяц 6, за месяц июнь, даже не за месяц июль. Но все-таки мы, как и по другим индикаторам, обращаем внимание на вот эту общую динамику, чтобы как минимум мы понимали, в каком направлении идет канадская экономика. И если мы посмотрим на график, мы видим, что здесь практически тренд идет вверх, стабильно вверх. В 15 и в 16 годах было некое замедление, но со второй половины, и точнее с начала 2017 года, у нас идет хорошее такое стабильное улучшение вот этих трендов. Соответственно, я хочу сказать, что даже если мы здесь увидим некое такое снижение вниз, это уже будет в цене, месяц июнь давным-давно прошел, плюс мы понимаем, что тренд восходящий. Это я и по предыдущим индикаторам по канадской экономике показывал, говорил, думаю, что это ясно. Вот они практически розничные продажи, которые опубликуются на следующий день. Ситуация схожая, запаздывающий индикатор в известной степени. Смотрим на вот эту динамику. И корпоративная прибыль, которая опубликуется с большой задержкой. Почему? Потому что это за второй квартал текущего года. Он также закончился в июне, как и вся эта статистика. Она нам будет указывать на ситуацию в бизнес-среде за первое полугодие. Конечно, мы ее также проанализируем. То есть это у меня все по канадцу. По Швейцарии торговый баланс. Знаете, что хочу сказать? Тут очень интересная ситуация. Хотя швейцарский франк был достаточно дорогим на протяжении не только последнего там месяца, два, на протяжении последнего даже года, даже на протяжении и 16-го, и 17-го года, хочу сказать, что все-таки у них динамика по торговому балансу, и в частности экспорт, начал повышаться за счет улучшения европейской экономики, потому что основные торговые партнеры по торговому балансу Швейцарии, они находятся в Европейском Союзе, это страны Европейского Союза. Соответственно, даже при дорогом швейцарском долларе у них экспорт достаточно хорошо развивался, и, конечно, это оказывает некую поддержку и чисто фундаментально швейцарскому франку. Хотя я все-таки считаю, что в настоящее время для швейцарца намного важнее, для швейцарского франка намного важнее ситуация в глобальной экономике, потому что мы знаем, что этот актив убежище, швейцарский франк, очень сильно зависит от внешних факторов. Но все-таки мы должны обсудить торговый баланс. По Европе что у нас есть? Очень схожая ситуация, как и по США. Я забегаю вперед. Джексон-Холл в конце недели
выступление главы ЭЦБ Марио Драги. И, конечно, в среду, как и по США, публикуются все вот эти ключевые индикаторы от маркета, как и в секторе, в сфере промышленного производства, так и в сфере услуг. Соответственно, это по Франции, по Германии и общий по еврозоне. Я обращаю очень большое внимание на эти индикаторы, потому что давайте вспомним тут ситуацию за последний месяц-два. С целью я сейчас хочу показать, что немножечко у нас темпы роста по маркету немножечко снизились по сравнению с первыми месяцами текущего года. Надеюсь, это видно. И это практически было видно, если не ошибаюсь, достаточно хорошо по Германии. Вот практически вот это маленькое замедление, которое идет в сфере услуг последний месяц-два. Я хочу сказать, что сейчас практически у нас выйдет статистика, как и в США, за второй месяц текущего третьего квартала, именно за месяц август. Так что, если здесь начнется некое снижение вот этих чисел, может оказаться, что третий квартал не будет настолько сильным для европейской экономики. Если такая тенденция сохранится не только в третьем, но и в четвертом кварталах, то тогда можно предположить, что вершина по европейской валюте против доллара может сформироваться, и такая логика может ее оправдать. Надеюсь, это понятно. Мы это будем обсуждать в среду, когда выйдут эти индикаторы, потому что маркет, я ему очень сильно признателен, что он публикует и видение по экономическому росту в числах, то есть там озвучивается определенный уровень ВВП, не только за текущий месяц, исходя из этого индикатора, но и за весь календарный, в нашем случае, 17-й год. Соответственно, мы, когда выйдет эта статистика, его прокомментируем. Схожая ситуация и по Великобритании. Объясняю, почему. Потому что вот мы видим, что и по Великобритании в конце недели у нас указано событие в Джексон-Холле. До этого мы видим, что сегодня вышел индекс цен на жилье по Великобритании. На самом деле для Альпари я его прокомментировал. Давайте мы посмотрим на этот индикатор, который я сегодня утром прокомментировал. На секундочку. Зайду в свой личный профиль. Вот он практически индикатор по рынку жилья, который рано утром был опубликован. Это изменение в месячном выражении. Да, но значение индикатора негативное, ниже нуля. Но все-таки у нас динамика роста цен сохраняется. И даже видно, что после Брекзита, хотя многие эксперты предполагали, что здесь продолжится снижение цен на жилье, потому что предполагалось, что крупные зарубежные инвесторы потеряют интерес к инвестициям в великобританскую недвижимость, то есть покупать жилье в Лондон уже не будет настолько интересно инвесторам. Все-таки в настоящее время эта тенденция восходящая сохраняется, и трудно сказать, что Brexit действительно так сильно надавил на рынок жилья. На самом деле я хочу сказать, что опережающие индикаторы по рынку жилья, точнее по строительству нового жилья, оказывают на потенциальное снижение. Но это почувствуется позже. Я думаю, что, как в заключение здесь писал в этом обзоре, на мой взгляд, если Brexit действительно является негативным событием для Британии экономики Британии, то некое ухудшение оно почувствуется не ранее 2019 года. Почему? Потому что вот именно в марте 2019 года ожидается, что официально уже потихонечку Великобритания официально выйдет из Евросоюза. Мы знаем, что тут идет вот этот двухгодовой период, который начался с конца марта 2017 года. И вот в это время уже будет видно, насколько сильно и негативно Brexit будет влиять на британскую экономику, потому что все-таки пока еще идут всякие переговоры между представителями Великобритании и между представителями континентальной Европы о всяких торговых соглашениях. Вообще решаются все вопросы в течение вот этого периода до
марта 2019 года будут много неясностей. Эти неясности иногда могут влиять как и негативно, так и положительно на британский бизнес. И пока все это не закончится, вот эта неясность в начале 2019 года, мы не можем пока еще спрогнозировать, что будет с британской экономикой после официального Брекзита. Надеюсь, это понятно. Вот. Поэтому пока еще трудно сказать, что Брекзит негативно повлияет на рынок жилья. Хотя мне кажется, что он может значительно надавить, и это может впервые практически мы увидим в начале 2018 года, если динамика по строительству будет падать. Идем дальше. Вторая оценка по ВВП. Конечно, тут мы уже видели первую оценку. Мы говорили, что первое полугодие не было очень позитивным для британской экономики. Вот будет интересно, что будет с британской экономикой во втором полугодии. Как мы раньше обсуждали, как я и ранее писал, ожидается некое замедление экономического роста во втором полугодии. Поэтому будем обращать внимание на индикаторы по индустриальным заказам Конфедерации британской индустрии. Это важно, потому что, исходя из этого индикатора, мы видели, что никакого негатива в краткосрочной перспективе нет. Почему я говорю в краткосрочной? Потому что эти индикаторы нам указывают ожидания индустрии, точнее британской индустрии, в ближайший месяц, 2-3 максимум. Пока мы видим здесь позитив, и очень схожая динамика видна и по этому индикатору по продажам CBI, то есть та же самая конфедерация британской индустрии, по реализированным продажам, не только по розничной торговле, но тут учитывается и продажа оптовиков, также продажа автомобилей, продажа в интернете. И здесь также динамика практически после Брекзита, она немножечко пошла вверх. То есть мы видим, что очень много столбиков, они только что выше нуля, ну, у них очень такие высокие, хорошие значения. Соответственно, исходя из этих индикаторов, мы их и раньше обсуждали в конце июля, мы пока еще не видим в краткосрочной перспективе такого большого негатива со стороны ожиданий британской индустрии. Соответственно, в долгосрочной перспективе Банк Англии нам говорит о потенциальном замедлении экономики, что может надавить на фунт, но в краткосрочной перспективе пока это не поддерживается. Поэтому, если эти индикаторы сильно сейчас опустятся вниз, они укажут на то, что и долгосрочная перспектива Банка Англии переносится и в краткосрочную перспективу. Если это было понятно, ставим свои плюсики, и практически у нас осталось только японскую иену и новозеландский доллар обсудить. По Японии запаздывающий индикатор. Почему? Потому что он вышел за месяц июнь. Соответственно, это было почти 2 месяца назад. Я все-таки открываю всегда вот эти документы. Почему? Потому что у них очень хорошенькие такие графики, таблички. И тут четко и ясно видно, что исходя из статистики, если я не ошибаюсь, это Министерство экономики и транспорта Японии. Министерство экономики Японии, мы видим, что вершина индекса перевысила спокойную вершину, значит, это получается 2014 года. Вот он, 14, 15, 16, 17 годы. Соответственно, что хочу сказать, четко и ясно видно, хотя это запаздывающая динамика, что она идет вверх. Соответственно, это подтверждает положительное или хорошее развитие японской экономики. Еще раз хочу сказать, это запаздывающий индикатор, который просто подтверждает, что первое полугодие было достаточно положительным для японской экономики. Соответственно, мы идем дальше. Будем обращать внимание на опережающий индикатор маркета и Nikkei, то есть это совместное исследование Nikkei и IHS Market, который указывает на потенциальный рост от 1, всего лишь от 1% промышленного сектора Японии. И если честно, мне кажется, что исходя из этого индикатора, в последнее время идет замедление по сравнению с первым полугодием. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Я все-таки еще не буду говорить некие такие
на 100% утверждающее заявление, или как сказать, я пока еще не уверен, давайте я так скажу, я пока еще не уверен, в каком направлении может в ближайшее время пойти этот опережающий индикатор. Объясняю почему. Потому что если экспорт Японии начнет восстанавливаться во втором полугодии, то этот индикатор может пойти вверх. Промышленные производства Японии. И, соответственно, вот это замедление, которое происходило последние 2-3 месяца, сразу может отмениться. Также ситуация может и ухудшиться, поэтому я пока еще буду воздерживаться, давать свои прогнозы. Инфляция по Японии, которая публикуется во второй половине недели, это общая и инфляция в регионе или в префектуре Токио. Хочу сказать, что они потихонечку начали повышаться, но если мы посмотрим на динамику, видно, что мы даже не на уровне там 2003-2004 года. Еще один раз хочу сказать для наших зрителей, которые практически не понимают, почему здесь произошло вот этот резкий скачок в инфляции в 2014 и в 2015 годах, это из-за эффекта налогов. Тогда был введен такой налог по инфляции, соответственно, при исчислении национальной инфляции они учитывали вот это увеличение на 2%. Соответственно, если вы из этих уровней вычитаете, то есть 2%, увидите, что можно практически нарисовать вот такую диаграмму здесь, то есть минус 2%, получится, что здесь сформировалась вершина, и у нас динамика пошла вниз. Так что нужно частично вот эту гигантскую такую скалу или вот этот большой скачок по инфляции с таким большим сомнением его рассматривать. Хорошо, если эта инфляция пойдет сильно вверх, это будет указывать на потенциальную возможность уменьшения программы выкупа активов в Японии. Но пока еще я думаю, что мы от этого далеко. Соответственно, мы воздержимся это комментировать. На самом деле, если господин Харухико Корода примет участие во время вот этих публичных выступлений в Джексон-Холле, будет интересно, что он будет говорить о японской экономике в целом и, конечно, в частности, о программе выкупа активов. Мне это очень интересно, потому что Япония инжектировала очень-очень большую сумму в экономику, и докуда это может довести японскую финансовую систему, я не знаю. То есть я думаю, что в долгосрочной перспективе Япония может столкнуться с очень большим финансовым риском, потому что сумму, которую они инжектировали в экономику, она практически в соотношении к ВВП в 2-3 раза больше, чем оказывается в Европе и в США. Хорошо, давайте мы все-таки посмотрим, что у нас и по Новой Зеландии, тогда перейдем потихонечку к графикам. По Новой Зеландии я сегодня прокомментировал для нашего сайта статистику по посещениям и точнее по чистой нетной миграции в Новую Зеландию. И, конечно, индикатор credit card spending, или это все расходы по кредитным картам, она частично идет в тандем, или имейте в виду тут месячная статистика, у нас здесь годовая статистика, они идут в одном и том же направлении. Объясняю почему. Потому что чем больше туристов приезжают в Новую Зеландию, и, конечно, в частности, чем больше из них остаются жить в Новой Зеландии, то есть иммигрируют в эту страну, тем больше денег, и они с собой практически, количество денег имею в виду, тем больше количество, общее количество денег, соответственно, перетекает в Новую Зеландию. И, конечно, чем больше туристов, тем больше практически и потраченных денег со стороны туристов в Новой Зеландии через там банковские оплаты банковской карточкой. Соответственно, я прокомментировал только первый индикатор, потому что второй я вижу, что перекрывается. Вот это у меня здесь только что вышло на страничке Альпари. Вот она практически нетная или чистая миграция. Видно, что в среднем она составляет от 5 до 7 тысяч ежемесячно, это чистый приток мигрантов, то за год получается, за период август-июль 2016-2017 года, 72 400 мигрантов.
На самом деле, я хочу сказать, что этот приток мигрантов влияет достаточно положительно на экономику Новой Зеландии. И эксперты, в том числе Центральный банк Новой Зеландии, Резервный банк Новой Зеландии, считают, что ВВП страны увеличивается в реальном выражении на 1 или даже на 1.5% в годовом выражении. Давайте вспомним, что в среднем сейчас рост ВВП Новой Зеландии ожидается и составляет и ожидает приблизительно 3-3.5%. Оказывается, что где-то треть или даже половина вот этого прироста экономики приходится на приток мигрантов. Я хочу сказать, что глава Центробанка Грэм Уиллер всегда во время своих выступлений, во время всех конференций, которые он проводит после заседаний Центробанка по монетарной политике, по денежной и кредитной политике, он всегда на вопросы по миграции отвечал очень-очень положительно. А именно, он является очень большим приверженником мигрантов в страну. То есть он всегда говорил, что он за продолжение миграцию в Новую Зеландию. Он говорил, что благодаря мигрантам и иммигрантам страна развивается. Соответственно, пока сохраняется этот восходящий тренд, это будет влиять позитивно на рост экономики Новой Зеландии, соответственно, на новозеландский доллар. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что здесь мы видим, что идет некое замедление темпов роста. И мне кажется, что тут есть один индикатор, который указывает на возвращение людей, мигрантов из Китая и из Малайзии обратно в свои страны. То есть я заметил, что очень много практически меняется немножечко эта тенденция, хотя это может быть в самом начале, я не уверен, не хочу тут делать заключение. Мигранты из Австралии, Новой Зеландии, частично Индонезии, если я не ошибаюсь, мигранты из Китая и Малайзии, они потихонечку начинают возвращаться обратно в свои страны. И, соответственно, может быть, вот этот чистый приток мигрантов потихонечку начнет либо уже подтвердит полностью вот эту боковую динамику, либо пойдет снова вниз. И тогда это потенциальная угроза в будущем о замедлении новозеландской экономики. Но пока еще очень рано об этом говорить, это просто некий потенциальный фактор, может он развернется. Я не имею права на это ссылаться, учитывая, что последнее число 72 400 мигрантов является абсолютным рекордом за месяц июль. Соответственно, это просто я частично пропускаю, я все равно это озвучил, но для пары новозеландский доллар-доллар, вот тот диапазон, который я раньше указывал, считаю, что является оптимальным в ближайшее время, если в США практически не будет там некое сильное замедление темпов роста экономики, не будет некой такой растянутой стагнации и так далее. Хорошо, у меня практически в дополнение по Новой Зеландии хочу сказать, что торговый баланс публикуется, без сомнения, это очень важно. Мы это прокомментируем, конечно, в четверг. Какие у вас вопросы по календарю, по ключевым событиям, уважаемые зрители? Если они есть, пишите в чате. Если вопросов нет, нам пора практически переходить к графикам. Жду вашей реакции. Если вопросов нет, переходим к графикам. Ставьте свои плюсики, чтобы я знал, что все было ясно, понятно. Так, поскольку я вижу в чате вопросов нет, давайте начнем тогда потихонечку с просмотра ключевых валютных пар, начиная с долларового индекса. На самом деле у меня практически ничего нового нет. Долларовый индекс практически, мы видим, что последний месяц пока еще не может определиться, будет ли здесь локальная впадина, или движение вниз продолжится, или, может быть, оно развернется, график и пойдет вверх. Все-таки я пока еще сохраняю линии восходящего тренда, но, как я раньше говорил и отвечал на любые вопросы, то, что у меня здесь нарисован восходящий тренд, ни в коем случае это не является сигналом для
покупок американского доллара. Я просто как и в июле, так и в августе периодически, как минимум раз в неделю, буду повторять, что я его сохранил, потому что мы не можем полностью говорить, что этот восходящий тренд сломан, потому что эта свеча пока еще не закрылась. Вот этот прорыв линии тренда может оказаться ложным. Вот если этот месяц и следующий, потому что это месячный таймфрейм, закроется вблизи вот этой впадины здесь на линейном графике, как я всегда говорю, вот тогда четко и ясно можно будет уже сказать, что как минимум восходящий тренд сломан, хотя все равно вот эта впадина не возобновилась. Мы видим, что текущие вот эти уровни не спустились, то есть ниже вот этой впадины. Поэтому вот этот прорыв все-таки восходящего тренда не является настолько стабильным. Но покупать доллары при таком снижении и без подтверждения восстановление восходящего тренда сопровождено с большими рисками. И, как я всегда говорю, любая покупка американского доллара в любой валютной паре или против любого инструмента, как золото, связана с очень-очень большим риском, потому что долларовый индекс не подтверждает покупку американского доллара. На недельном таймфрейме мы видим, что здесь вообще даже нет попытки разворота. Да, тут есть она такая свеча, как в виде повешенного или молота. То есть это приблизительно одно и то же самое, просто в разных теориях по свечному анализу. Вот эта свеча по-разному называется. Но как минимум мы видим, что здесь вообще нет никакого практически потенциала для разворота. Соответственно, мы переходим к паре евро-доллар. Очень схожая ситуация. Она копирует по большому счету долларовый индекс. Мы видим, что здесь также на месячном таймфрейме ничего интересного нет. То есть никакого практически сигнала на продажу нет. Единственное, на недельном таймфрейме мы увидели, что та свеча, которая закрылась в конце прошлой недели, нарисовала нам некое такое первичное или первоначальное медвежье поглощение вот этой свечи. Но все-таки, если мы посмотрим на этот график, вот это медвежье поглощение здесь, оно настолько ничтожно по сравнению с вот этим движением. Даже оно не могло переписать вот эту падающую звезду. Соответственно, доверять некому потенциальному снижению вниз – это преждевременно. Я считаю, что это видно на более мелких таймфреймах. Давайте мы перейдем к 4-часовому таймфрейму, который нам все-таки показывает, что пара евро-доллар все-таки продолжает свое движение в восходящем тренде. Как и ранее я говорил, покупать евро в верхней части вот этого долгосрочного диапазона, который мы видим на месячном таймфрейме, именно сейчас, мне кажется, достаточно рискованно. На мелких таймфреймах мы пока еще не дошли до трендовой линии, и у нас нет такого четкого ясного разворота, то есть нет четкого ясного восстановления движения цены вверх. Соответственно, любая покупка здесь на этих таймфреймах также практически связана с большим риском. Поэтому на пару евро-доллар я просто наблюдаю, она очень важна для валютного рынка, но торговать сейчас, мне кажется, что достаточно рискованно. Конечно, если мы посмотрим на этот график на часовой таймфрейм, я всегда говорил, что здесь для спекулянтов, которые торгуют на мелких таймфреймах, рисуется вот этот, он идет, вот этот нисходящий тренд. Но стоит ли торговать в этом нисходящем тренде, каждый уже для себя сам решает, потому что это на очень мелких таймфреймах он виден. Это часовой, 30-минутный и 15-минутный. То есть вот отсюда практически нужно уже, на 30-минутном нужно практически искать вот эти развороты, на 15-минутных свечах нужно искать разворотные модели, но я это не буду делать во время наших ежедневных обзоров, потому что они нам не предоставляют, мне так кажется, мне лично, возможность обсуждать на таких мелких таймфреймах все валютные пары, то есть в течение там 40 минут обсудить их на мелких таймфреймах. Мне кажется, что невозможно. Пара доллар-франк, единственная пара, которая сформировала когда-то разворотную свечу в конце прошлого месяца, я это всегда говорил,
Тут был практически, он сохраняется, вот этот потенциальный сигнал на покупку. Конечно, это, можно сказать, в настоящее время единственная пара, которая практически все-таки сохраняет этот сигнал. Насколько он надежен? Я думаю, что всем понятно, когда мы обсуждаем долларовый индекс, что раз долларовый индекс находится под давлением, то есть раз доллар находится в долларовом индексе под давлением, покупать и в паре доллар-франк, доллары – это достаточно рискованно, но все-таки здесь есть хотя бы некий сигнал, это видно. И, конечно, как я и раньше говорил, здесь, конечно, если кто-то открывал сделку или открывает, или там сохраняет ее, он должен понимать, что, исходя из месячного таймфрейма, впадина должна быть ниже вот этого уровня, стоп-лосс ниже вот этой впадины, и, соответственно, вы уже сами можете посчитать, исходя из ваших правил управления капиталом, насколько практически, какие объемы практически вы можете себе позволить, то есть объемы сделки. Потому что это практически движение в 2-2,5 цента вниз вполне теоретически вероятно, потому что на weekly time время мы видим, что на прошлой неделе свеча быстро прикасается к линии нисходящего тренда. Быстро развернулась, тут не было уже второго бычьего поглощения, поэтому я вот этот практически прямоугольник всегда убирал, потому что он не подтвердился, и я не был уверен, что он сформируется. Соответственно, тут сигналы они есть, но они очень слабые, и все-таки нужно понимать, что он на более мелких таймфреймах нисходящее движение, оно видно, оно хорошо видно, и, соответственно, на тяжелом таймфрейме, исходя на основе одной свечи, торговать против нисходящего тренда на более мелких таймфреймах также сопровождено с большими рисками. Если мы перейдем на 4-часовой таймфрейм, мы видим, что вот этот потенциальный восходящий тренд, о котором я говорил, поэтому он у меня отображен пунктирной линией, потому что он под большим сомнением находится. Он пока еще не подтверждается. Вот здесь были попытки в конце прошлой недели возобновить вот эту впадину, она не возобновилась. Поэтому весь вот этот потенциал к росту доллара против франка находится под большим сомнением. Так что вот у меня и по франку все, хотя здесь этот сигнал, хотя и слабый, он сохраняется. Еще раз хочу напомнить, показывая вот этот ключевой график, что эти уровни около 96-6,5, они являлись очень важными не только в марте-апреле 2008 года, но и в 2010 году. Я объяснял, почему. Тут есть очень важное событие. Я тогда нарисовал вот эту синюю линию горизонтальную и сказал, что мне кажется, что пока нет четкого ясного понимания, куда пойдет американская экономика, вверх или вниз, эта пара может здесь крутиться около этого уровня, то есть вверх-вниз достаточно долго. И мы видим, что с 2015 года движение около этого уровня очень сильно растянулось. Поэтому, смотря на вот этот долгосрочный график, любой трейдер, который здесь, например, сейчас покупает пару доллар-франк, должен понимать, что он может достаточно практически намучиться, сохраняя свою сделку, потому что здесь и волатильность может увеличиться, и пока еще перспективы вверх никак не подтверждаются полностью. Пара доллар-иена. Давайте мы начнем с месячного таймфрейма. Ничего нового у меня здесь нет. От центра, то есть от 50 уровня вот этого диапазона, я никогда не буду торговать ни вверх, ни вниз, потому что центр – это практически самый-самый оптимальный уровень для себя, я этот вывод сделал, для быков и медведей. То есть они нашли очень хороший консенсус, и практически это очень сложно в настоящее время определиться, японская экономика ли пойдет вверх более высокими темпами, чем американская, или наоборот, американская экономика своими темпами будет опережать японскую. Так что здесь вот эти движения на более, хотя это weekly таймфрейм, недельный таймфрейм, могут быть достаточно хаотичными около вот этого центра, как и вверх, так и вниз.
На дневном таймфрейме мы обсуждали вот этот потенциальный диапазон, но я его всегда убираю с целью, потому что здесь были всего лишь две вершины и две впадины, и пока нет сформированной хотя бы третьей впадины или третьей вершины, чтобы они нам подтвердили стабильно, что на дневном таймфрейме рисуется более или менее надежный диапазон. Поэтому я от этого диапазона никак не буду отталкиваться и просто говорю, эта пара нашла свои оптимальные уровни, и в настоящее время ее покупать или продавать для меня непонятно. Для меня, подчеркиваю. Пара доллар, канадский доллар. Давайте на самом деле посмотрим, какая статистика вышла по Канаде в 15.30. То есть мне самому очень интересно. Но вот смотрите, на самом деле это очень интересно. Вот в июне произошло снижение оптовой торговли. На самом деле оно подтвердилось и снижением продаж в промышленном секторе. На самом деле трудно сказать, что завтра практически пойдет снижение и по индикатору в розничной торговле, потому что иногда эти индикаторы могут в краткосрочной перспективе отличаться. Но динамика нам здесь более или менее ясна. Влияет ли это на канадский доллар? Я думаю, что нет. И почему? Потому что даже я по инфляции, когда дал свой комментарий в пятницу, вот практически давайте я зайду на свою колонку, видите, по инфляции по Канаде, я показывал, что эти индикаторы по низкой инфляции во втором и в третьем кварталах текущего года, они заранее уже были отыграны. Банк Канады об этом говорил, крупные инвестиционные коммерческие банки в Канаде, в частности Scotiabank, они также прогнозировали вот это снижение по инфляции в третьем и в четвертом кварталах. Мы видим, что их оценки даже за четвертый квартал текущего года и за первый квартал следующего года достаточно низкие, также практически в прогнозных значениях Банка Канады. Соответственно, многие индикаторы, которые тем более имеют запаздывающий характер, они уже давным-давно в цене. Соответственно, если мы посмотрим на пару доллар канадский доллар, утверждать, что здесь рисуется впадина, это очень-очень преждевременно, потому что очень схожая ситуация по долларовому индексу. Та впадина, которая здесь действительно сформировалась, она практически видна и на долларовом индексе, на графике долларового индекса. Вот она практически та же самая впадина в апреле-мае прошлого года. Соответственно, я когда комментирую долларовый индекс и говорю, что здесь пока еще нет никакого подтверждения движения цены вверх, схожая ситуация мы имеем и в паре доллар, вот схожую ситуацию мы видим и в паре доллар канадский доллар. Утверждают, что здесь сейчас сформируется вот этот диапазон, и мы пойдем вверх, очень-очень преждевременно. Никаких сигналов четких нет о развороте. И если мы перейдем на недельный таймфрейм, мы видим, что то бычье поглощение, которое здесь произошло, давайте я все-таки его нарисую на недельном таймфрейме. Одну секундочку. Оно практически ничем не подкреплено. Почему я это говорю? Потому что после этого у нас, соответственно, секундочку, после этого у нас не было никакого подтверждения. И я даже ранее об этом говорил, когда мы обсуждали графики, что я вот этой свечи не доверяю. Она очень микроскопичная, она не подтверждает вот это движение. Схожая ситуация, когда рисовалась вот эта свеча на прошлой неделе. Я говорил, что если свеча закроется бычьей, вот тогда более или менее подтвердится вот этот сигнал на покупку. А сейчас, когда свеча развернулась, мы увидели, что здесь любая покупка носит очень большой риск. Стоит ли сейчас шортить вот эту пару, то есть торговать против доллара? В известной степени есть логика, потому что здесь у нас тренд нисходящий. То есть, если мы посмотрим на дневной таймфрейм, у нас действительно идет нисходящий тренд. И по логике вот эти свечи, которые здесь сформировались, они подтверждают потенциальное движение вниз. Так что, если есть участники, которые все-таки предполагают,
что канадская экономика покажет хорошие темпы роста во втором полугодии. По логике это должно произойти, как минимум из-за низкой базы в 2015 и 2016 годах. И предполагают, что американская экономика, наоборот, не будет выходить на траекторию в 2%. Вот тогда, пожалуйста, формирование очередной вершины и движение вниз, как минимум тестируя вот эту впадину. То есть здесь действительно есть сигнал такой на продажу, и это на более мелких таймфреймах. Поэтому давайте я вот эту покупку, которая раньше говорил, что у нас с большим риском, поэтому я ее оставил красным цветом, потому что для меня красный цвет это всегда сигнал на продажу, а зеленый на покупку. А здесь покупка практически должна была быть в зеленом. Хочу сказать, что имеет очень-очень большой риск. Так что здесь на самом деле подтверждается сигнал, формируется сигнал на продажу на дневном таймфрейме. И как минимум это указывает на потенциальную возможность тестирования вот этой впадины. Австралийский доллар и новозеландский доллар. Еще раз хочу сказать, я их раньше комментировал, говорил, что мне кажется, что в верхней части вот этого диапазона, это приблизительно даже на самом деле уровни около, до 82, я все-таки позволю себе в будущем расширить вот этот диапазон. Также и по новозеландскому доллару они чуть выше, хочу это показать. Хочу сказать, что вот эти свечи, которые мы видим, они пока еще полностью не указывают на месячном таймфрейме на некий потенциальный разворот. Они просто указывают на замедление роста вот этих сырьевых валют, то есть замедление и роста новозеландского и австралийского верхней части. Но пока еще нет никаких четких сигналов на продажу. Надеюсь, это понятно. Соответственно, мы их просто наблюдаем. Тут практически даже на недельном таймфрейме не было по австралийцу некого такого медвежьего поглощения, так что мы можем пока еще протестировать эти вершины. То же самое и по новозеландскому доллару, хотя здесь произошло медвежье поглощение. Я хочу сказать, что здесь пока не сформируется четкое ясное движение вверх и потом движение вниз, которое не перепишет вот эту вершину, и по австралийскому доллару, я на эти валютные пары просто буду смотреть с целью анализа, никаких продаж, хотя они находятся в верхних частях своих диапазонов, я, соответственно, просто за ними наблюдаю, потому что нет никаких сигналов на продажу. Я пропустил на самом деле британский фунт, хочу сказать, что здесь мы отслеживаем вот эту последнюю свечу на месячном таймфрейме. До окончания месяца осталось приблизительно 10 рабочих дней. Посмотрим, произойдет ли вот это медвежье поглощение. Давайте вспомним. Здесь на самом деле это серьезный сигнал на продажу, если подтвердится. На самом деле давайте мы вспомним, что у нас на более мелких таймфреймах. На недельном таймфрейме у нас все-таки пара сохраняется в вот этом восходящем тренде. Соответственно, это важно, потому что я говорил, что пока здесь нет реального прорыва вот этой линии, риск на продажу, он есть. Хотя, исходя из более мелких таймфреймов, например, на 4-часовом таймфрейме, мы увидели, что вот этот восходящий тренд был сломан, мы переписали вот эту впадину, и вот когда это произошло, я уже сказал, что, на мой взгляд, потенциал на продажу фунта в паре доллар-фунт увеличивается. И если сейчас произойдет некий реальный прорыв, фунт действительно может против доллара упуститься вниз. Я даже сегодня видел, что уже некие крупные коммерческие банки дают прогноз 1.2550 по паре доллар-фунт в конце года. Но они также, как и Банк Англии, основывают свое негативное видение по паре доллар-фунт на основе слабого экономического роста во втором полугодии. Соответственно, еще раз хочу подчеркнуть, показать в календаре, что публикуется важная статистика, опережающая в известной степени по Великобритании, именно Конфедерации британской индустрии завтра и в четверг. Если эти индикаторы укажут на потенциальное снижение, то тогда мне кажется, что достаточно много индикаторов уже будут указывать на потенциальное снижение британской экономики не просто во втором полугодии, но имею в виду снижение темпов роста. Я иногда пропускаю вот эти слова,
чтобы не было очень длинно, а мое изречение. Длинное мое изречение, но имейте в виду, если этот негатив подтвердится вот этими двумя индикаторами, то здесь может произойти реальный прорыв вот этого восходящего тренда, и тогда мне кажется, что пара фунт-доллар может пойти вниз без остановки. Что это значит без остановки? Без сильного, допустим, подтверждения, то есть подтверждения там неких уровней, протестировать снова вверх, потом развернуть, а просто пара может пойти вниз. Соответственно, я буду обращать очень большое внимание на эти индикаторы, если они укажут на негатив по британской экономике. Мне кажется, что здесь может сформироваться хороший сигнал на продажу. То есть, какие у нас пары более интересные есть на сегодняшний день? Это фунт-доллар, доллар-франк. По сырьевым валютам канадец, австралиец и новозеландец мы находимся в неких таких ожиданиях. Там непонятно, будут ли формироваться развороты или нет. Просто их отслеживаем, потому что есть потенциальные возможности на некие сигналы, но мы там практически ничего не трогаем. То есть просто наблюдаем. И золото. Очень интересный инструмент. Почему? Потому что как минимум, даже если мы по золоту не торгуем, он для нас является важным индикативом. Я на самом деле раньше говорил, что для меня, я помню, когда я проводил эти обзоры, в 2014, в 2015 годах, всегда иногда говорил, если не торгуем по золоту, как минимум золото является для нас оценкой доллара. То есть это для меня был неким чистым долларом, то есть не против евро, не против фунта, а просто чистый доллар. Соответственно, и мы здесь видим, что вот эта свеча на месячном таймфрейме пытается пробить вот эту трендовую линию нисходящего тренда. Хотя, как и всегда, я буду с целью повторять, что здесь нисходящий тренд, он не полностью существует, потому что на том же самом фрейме есть и восходящий тренд. Так что тут есть и нисходящий, и восходящий, рисуется вот этот симметричный треугольник. И мы находимся в крайней части вот этого симметричного треугольника. Определить в долгосрочной перспективе, куда пойдет золото, вверх или вниз, всем сейчас очень трудно. И этот процесс растянется. И на самом деле, мне кажется, что здесь начнется формирование некого долгосрочного диапазона. Но пока еще я воздержусь от комментировать. Как минимум, мы видим, что здесь нет никакого сигнала на продажу золота. Соответственно, чистый доллар или индикатив чистого доллара нам показывает, что и в паре фунт-доллар покупать доллары, и в паре доллар-франк, это все практически связано с большими рисками. На более мелких таймфреймах, если мы перейдем, вот эти свечи, которые все время меняют свой вид, то рисуется медвежья свеча, то бычья, мы видим, что на дневном таймфрейме идет попытка уже тройного тестирования вот этой вершины. Сработает ли вот это даже четвертая? Ну, это практически одна вершина здесь общая. Я не буду говорить, что здесь было одно тестирование, здесь другое, потому что все-таки оно приблизительно в одно и то же время. Вот третье практически тестирование вот этой двойной вершины. То есть здесь может сформироваться тройная вершина и может цена пойти вниз. Но это только в случае возвращения доверия инвесторов к американской экономике. На самом деле, такого сигнала на продажу здесь по золоту нет. Объясняю почему. Потому что я открыл FedWatch Tool. И давайте я обновлю эту страничку, потому что вдруг ситуация за последние 20 минут поменялась. И чтобы мы комментировали актуальную информацию. Мы на сегодняшний день видим, что рынок закладывают нулевую вероятность повышения ставок в сентябре. Вот она практически нулевая вероятность. И что самое интересное, что даже рынок закладывает вероятность на 4% снижения процентной ставки в США в сентябре. Представляете себе, как быстро рынок поменял свое видение? Рынок закладывает, хотя это миниатюрная такая вероятность, все равно рынок даже не закладывает нулевую вероятность на повышение процентные ставки со стороны Федрезерва в сентябре и на 4% вероятность снижения ставки. То есть они смотрят негативно на американскую экономику, раз рынок требует снижения ставки. Надеюсь, это понятно. Поэтому покупки доллара, они никак не подкреплены крупными участниками на сегодняшний день. На мелких таймфреймах по золоту сохраняется восходящий тренд.
То есть просто здесь после вот этого ложного прорыва, на самом деле он был, но не, мы не переписали вот эту ключевую впадину. Давайте я все-таки здесь ее нарисую, вот эту ключевую впадину. Мы ее не переписали, просто линия восходящего тренда сдвинулась. И сейчас восходящий тренд продолжается. Как и раньше, я говорил, если кто-то доверяет вот этим впадинам, может покупать золото, но любой трейдер должен понимать, что находимся вблизи двойной вершины, вблизи вот этой линии, может быть, для кого-то трендовой линии. Соответственно, это может очень сильно увеличить волатильность по золоту, как и вверх, так и вниз. То есть это такие очень сложные моменты. У меня на этом все. Давайте прочитаю ваши последние вопросы, которые есть по сегодняшнему обзору. Беленчков Владислав из Минска пишет: все месячные свечи могут сильно измениться после Джексон Холла в конце недели. Я с вами полностью согласен. Еще раз в качестве заключения хочу сказать, что я иногда в таких периодах достаточно активно торговал и в 2010 году, и в 2012. И хочу сказать, что в это время волатильность там в четверг, в пятницу и сразу после выходных в понедельник может значительно увеличиться. Также происходит иногда очень непонятное движение, то есть, почему говорю непонятное, потому что сначала могут пойти в одном направлении, потом в другом там в течение дня. И это все на фоне всяких новостей со стороны глав центробанков. Поэтому будьте аккуратными. Я не могу знать, что они собираются говорить. Мы это будем обсуждать уже там в четверг, в пятницу. Но как минимум имейте в виду, что это такие достаточно сложные дни для валютного рынка, если будет некая новая информация. Были случаи, когда, если даже не ошибаюсь, в 2015 году, когда этот симпозиум проходил без каких-либо сюрпризов, и для рынка это просто были такие обычные торговые сессии, без каких-либо важных изменений. Но у нас пока еще есть время, мы это будем обсуждать во второй половине недели. Вижу, что вопросов нет. На этом у меня все. Всем желаю удачного дня, прибыльных сделок. С вами был Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии.